Сегодня 18 октября 2024 года. Строительство моста между островом Канта и спорткомплексом Юность и далее до музея Мирового океана. Что мы наблюдаем? Забивают сваи. Железные, металлические. В следующем году для туристов будет переход организован прямой, не надо будет обходить по кругу. Строят переход. Что еще? Элемент строительства. Не знаю, что здесь будет. Техника, не будем ей мешать. Последние теплые дни в Калининграде. Сегодня 14 градусов.